И нас заберет вертолет, спустившийся с горных высот. А через год снова пойдем в поход. А через год, да через год, мы снова пойдем в поход. Мы снова пойдем в поход. Хорошая песня. Я почему-то раньше ее никогда не слышала. Паша сам написал. Да ладно, что ты. Правда? Да. Очень трогательно. Вдохновляет. Вот если бы вы ваши статьи с таким же вдохновением писали, нашему еженедельнику бы цены не было. Да. Я, кстати, с вами хотела об этом поговорить. Дорогие коллеги, мне кажется, вы саботируете работу. Почему-то не хотите прислушиваться к моему мнению. Хотя на кону судьба нашего еженедельника, и мы должны, наоборот, работать с максимальной отдачей. Но этого не происходит почему-то. Я готова выслушать каждого, правда. Я не буду ни на кого кричать, более того, ни в коем разе не буду никого наказывать. Просто мне очень хочется понять, в чем мы не сходимся. Я искренне постараюсь исправить ситуацию, потому что я хочу, чтобы мы были одной большой командой. Хотите откровенно? Да. Чужая вы здесь. Если бы кому-то из нас дали порулить, и то толку было бы больше. А вас наши проблемы на самом деле мало интересуют. Тонущий корабль уже не спасти. Нет, ну, может, есть варианты. Жора, ну какие варианты? Если у нашего главного редактора ничего не получилось, у вас тем более не получится. Иван Ильич всего себя отдавал. Вот до конца боролся за еженедельник. Так боролся, что он теперь в больнице лежит. А для вас это что? Так, забава. Вам терять нечего. Не получится, уедете себе обратно в холдинг. Вторым вице-президентом. Мы уже все разуверились. А что, не так? Каждый из нас вон уже втихую давным-давно себе другую работу ищет. Просто идти некуда. Вот вам и вся правда. Кто-нибудь еще? Я хочу сказать. Можно? Конечно. Вас и правда здесь ничего не держит. Я слышала, у вас жених есть. Вам бы с любимым рядом быть. Ну, я бы так сделала. Вы уже и про жениха все знаете. Михаил, вы что-нибудь добавите? Мне нечего сказать. Все сказали. Ну, хорошо. Во-первых, да, жених у меня есть. Но мы взрослые люди, поэтому спокойно переживаем разлуку. Во-вторых, мне есть что терять. Потому что если я не справлюсь, мне придется навсегда уйти из холдинга. Такой у нас уговор с генеральным. А генеральный-то мой отец. Вот так. У меня просто больше никто не поверит. Ну, а в-третьих, вы, кстати, про это не знаете. Речь идет не о каких-то годах спасения, а об одном месяце. Поэтому мы либо спасаем еженедельник, делая невозможное, либо... Все вместе идем ко дну. Да, но я этого не хочу. Я настроена сделать невозможное. А вы? Всем спокойной ночи. Давайте я вам помогу. Спасибо. Давайте. Подержите, пожалуйста, я руки помою. Оп. Еще? Да. Михаил, вы там у костра ничего не сказали? Вы знаете, на самом деле многое прояснилось. Держите. Угу. Я вижу, вам важен еженедельник так же, как и нам. Я очень удивлен. У вас есть стержень. Я таких женщин только несколько встречал в своей жизни. Это комплимент?
Ну, спасибо. А каких еще женщин со стержнем вы встречали? Жену. Ну да. Заставить мужчину готовить в грязном фартуке, ну, для этого нужен характер, согласна. Она умерла. Извините. Я не знала, простите. 4 года назад автокатастрофа. В общем, остались с Дашкой одни. Извините, я вас понимаю. Это вряд ли. Мне мама умерла от рака, когда мне было 15. Сестре тогда исполнилось 7, но мне пришлось Иришку воспитывать одной, потому что отец все время работал. Вам тоже нелегко пришлось. Да, нам очень не хватало ее заботы и тепла. Ну, в общем, наверное, как и Даша. Но тут вообще без вариантов. В смысле? Ну, вот так. Да варианты всегда есть. Вы, кстати, не затягивайте с этим, потому что у вас у дочки такой возраст, когда ей нужна мама. Так что вы... Екатерина Олеговна, давайте с этим вопросом я разберусь сам, хорошо? Так я же ничего не сказала, я просто вам дала совет. Как будет лучше? Слушайте, вы что, психолог? Вы разберитесь со своими проблемами, я разберусь со своими. Михаил, вы просто должны подумать о дочке. Так, все, тема закрыта это. Хорошо. Все? Справляйтесь, Бобровский. Ага. Спокойной ночи. Спокойной. Воспитание дочери и личная жизнь. Но это не тема для обсуждения. Я была не права, извините. Ну, тогда и вы мне извините. Я не должен был так вам отвечать. Ну, тогда мир? Мир. Отлично. Ну а что, ну с тобой в сумерках что сидит? Давай, иди, завтракай. Так вы помирились с этой своей начальницей? Даш, с этой моей начальницей мы и не ссорились. Просто легкое недоразумение. Все, давай ешь, а то в школу опоздаешь. Ну как вам поход? Че, нам с Татой очень понравилось. По-моему, Игнатьева все хорошо организовала. Я про выступление ее. Под тегом «Спасем еженедельник». Ты как, Лукич? Поддерживаю. Настырная она. Думаю, у нее получится. Бубровский ты? Я думаю, ей нужно дать шанс. Аналогично. Соломка? А я как все. Так. А как же наш бойкот единым фронтом? А? Вот я лично, я ей не доверяю. Я уверена, что она здесь долго не продержится. Что? А, обработала вас, да? Обработала всех. Понятно, понятно. Одно слово. Мужики. Так, ты как хочешь, Аделаида, а я реально голодать начну. Соломка, вот, отдаю тебе самое дорогое. На сохранение. Этим варварам не доверяю. А-а. Ты спятил, что ли? Ты полдня без еды не продержишься. Вот так вот. Я думал, она наоборот. Дайте-ка одну. Первое. За шефи не пойдет. Из женской солидарности. Так. Объявление. Сегодня у Феофановой день рождения. Собираем на подарок. Екатерина Олеговна тоже участвует. А я много дать не могу. У меня старшенькая на снасях. Каждая копейка на счету. Всем доброе утро. Доброе утро. Ну что, готовы к новой трудовой неделе? Отлично. Пойдемте. Миша, ты слепой? Чего? Посмотри, какая женщина. Присмотрись. Жор,
Ну что ты? Что Жора? Что Жора? Присмотрись. Значит, через час у вас совещание руководителей отделов, и после этого яхты. У вас новое хобби? Как знать. Вообще-то свадебный подарок себе выбираю. Ты же должен нам что-то подарить. Вот пускай яхту подарит. Намекну ему перед свадьбой. Достойная цель. Это не цель. Это бонус. Вот моя цель. Артур Леонидович Сапунов, генеральный директор. Вот это заявка. Но вообще-то со временем отца может сменить Екатерина Олеговна. Вот поэтому она мне здесь и не нужна. Замуж выйдет, пускай домом занимается. Ну, а если вдруг у нее все получится с еженедельником, и вдруг продажи серьезно вырастут, тогда она из холдинга не уйдет и наверняка реально включится в процесс. Я в это не верю. Хотя, может, ты и прав. Переговорю с генеральным. Надо бы и нам подключиться, чтобы у нее точно ничего не вышло. И последнее. Вот так теперь будет выглядеть обложка нашего еженедельника. Вполне. Блестяще. Спасибо. Мне нравится. Осталось только середину наполнить достойным содержанием. Наполнит Екатерина Олеговна. Жора, ты молодец. Уже можно? Аделаида Альбертовна, от имени всего нашего коллектива мы хотим поздравить вас с днем рождения. 3-4 хором. Поздравляем! 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 Вот это замечательная кофеварка! Зачем? Ну, нарочно, да? Нарочно! Ненавижу свой день рождения! Ненавижу! А это что, из-за возраста, что? Аделаида, ну, что случилось? Чего вы плачете? Вы не плачьте, успокойтесь. Ну, что не так с вашим днем рождения? Просто год назад, ну, в мой день рождения, я бросил жених. Ушел к лучшей подруге. Кошмар. Прям день рождения. Двойной удар. Ну все, 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 все. Я еще сказала, что я глуша. Это же не так. Или так? Я знала, что я плохо выгляжу. А мне так бы хотелось выглядеть красиво, чтобы в моей жизни появился настоящий, любящий мужчина, да. Чтобы он меня называл моя принцесса, мое солнышко, в крайнем случае зайчиком или рыбкой. Я бы его завтраки готовила, а иногда бы и он мне. Я что, многого прошу? Так, Аделаида, встаем. Мы вам сейчас такой праздник устроим. Что, кафе посидим? Нет. Начнем сначала.
ибо мечты должны сбываться. Еще не все. Нам вон туда. А теперь окончательная шлифовка образа. А до этого мы что делали? Меняли имидж в целом. И сделать макияж. Ну, в вашем случае полумерами не отделаешься, поэтому мы используем all inclusive, верно? Катерина Олеговна, вы замечательная. Если бы вы знали, как для меня это важно. Устраивайтесь поудобнее. Скоро вы себя не узнаете. Алло, Кать. Привет. Слушай, я такие потрясающие свадебные приглашения нашла. Ручной работы. Сейчас везу образец. Фотки пришли? Как у тебя дела в редакции? Слушай, помнишь, я тебе рассказывала про своего сотрудника Михаила Бобровского? Это который хам и пишет хорошо? Он вовсе не хам. Знаешь, мне даже показалось, что он очень надежный. Он дочь один воспитывает. Кать, он что, тебе нравится? Да ну при чем здесь нравится, не нравится? Мне Артур нравится. Уверена? Да ладно, ну все, закончи. Ладно, не хочешь, не говори. Ну о чем говорить? Ты лучше расскажи, как там твоя учеба. Как вообще? А Бобровский красавчик? Ну, Ир, перестань. Да я сам не ожидал. Голодание творит чудеса. Посмотрите, посмотрите, ну все ушло, все ушло. Во-первых, кишечник работает как часы. Ну, вот, вот потрогай. Я верю. Потрогай. Ну все ушло, все, видите? Доброе утро. Да ты что? Я. А что, Екатерина Олеговна, у себя? У себя? Ничего себе. Это точно наша Аделаида? Хорошо. Очень хорошо. Прям очень доступно все и интересно. Верю каждому слову. Правда? Угу. Это ваша забота, ваше внимание вдохновили меня на эту статью. Да, всю ночь писала, даже не заметила. Вы молодец. Я, кстати, успею еще отдать в печать. Вот впредь пишите, пожалуйста, вот такие материалы. Прям... Я буду стараться. Выглядите потрясающе. Коллеги оценили? Не знаю. Мне кажется, что оценили. Олег Игоревич, можно? Да, давай, что у тебя там? Олег Игоревич, я насчет Кати. Я пришел на работу, подумал, а может, ей помощь нужна? Готов подставить плечо, поехать официально ее помощником. Нет. Пускай сама выкручивается. Но... Я сказал нет. Никакой официальной поддержки. Нечего было с отцом так при всех разговаривать. Вызов она мне, понимаешь, бросает. Да, я вас понимаю. А в таком случае я могу взять пару недель за свой счет? Съезжу к ней, побуду рядом, погощу. Что скажете? Проведать это другое дело. Тут я согласен. Че? Соскучился за невестой? Давай, поезжай, поддержи морально, так сказать. Но на день, не больше. Тут работы хватает. Не
получилось? Похоже, только что придумал, как вернуть ее обратно. Значит так. Срочно сделай копию отчета финансового директора по еженедельнику Кати. Ну, там, где он рекомендует его закрыть. Далее. Далее позвони в эту тьму Тараканину и договорись о встрече с торговой сетью «Альянс Престиж Медиа» на сегодня. Мне это уже начинает нравиться. Решили лично вмешаться? А вдруг она узнает? Не узнает. Забронируй мне билет на ближайший рейс в эту провинцию и арендуй там машину с водителем. Пришло время действовать более жестко. Я не оставлю ни единого шанса. Да, я уже прилетел. Жду вас на пешеходном переходе. Сами понимаете, Людмила Валерьевна, это закрытая информация. Значит, решение о закрытии еженедельника было принято холдингом еще 2 недели тому назад. Тогда зачем Игнатьева морочит мне голову? Ну, она же дочь генерального. Захотелось девочке поиграть в кризис-менеджера. Вы знаете, у нее даже что-то и получается. Первый выпуск еженедельника под ее руководством показал минимальный рост продаж. Ну, где-то 5%. А вот второй... 22%. Он уже на прилавках. Прошу. Никто и не говорит, что она не профессионал. На решение о закрытии принято высшим руководством холдинга. Ей дали всего 1 месяц поиграть в песочнице. Так что не вижу смысла затягивать агонию. Так. У нас встреча через час с Игнатьевой. Планировалось продлить соглашение на 2 недели. Надеюсь, вы примете правильное бизнес-решение. У этого еженедельника нет будущего. Он списан. Был рад нашему знакомству. Надеюсь, наш разговор останется между нами. Всего доброго. Всего хорошего. Очень важная встреча с руководством «Альянс Престиж Медиа», где они должны будут принять решение о нашем дальнейшем сотрудничестве. Не скрою, у нас в запасе есть козырь. Это продажи нашего еженедельника. Они очень выросли. Да. Ну, пожелайте нам удачи. Удачи. Я буду держать кулаки. Да. Пойдемте, а то опоздаем. Да, пойдемте. Я не поняла, вы нам отказываете? Ну, почему? Второй выпуск показал 22% рост продаж. Этого недостаточно. Вообще, мы не обязаны перед вами отчитываться. Ну, Людмила Валерьяновна, для еженедельника это серьезный прорыв. У нас еще никогда не было такого роста продаж. Все, разговор окончен. Так, погодите. Мы готовы поднять сумму оплаты. Ваше предложение нам неинтересно. Так, секундочку. Вы понимаете, что вы сейчас делаете ошибку?
У нас есть продуманный бизнес-план. Нам просто больше негде продавать еженедельник. А может быть, вы договоритесь с другими торговыми сетями? Людмила Валерьяновна, только ваша торговая сеть обладает всеми нужными для нас ресурсами. Извините, решение уже принято. Здорово. Всего доброго. До свидания. А мне ее даже жаль. Немного вас напоминает. Ну, я бы дала шанс, но еженедельник все равно закроют. Поэтому зачем зря занимать торговые площади? Резонно. Послушай, ну, в связи с тем, что еженедельник закрывают, ты подыщи ему работу. Я надеюсь, ты понимаешь, о ком я. И не говори только, что это от меня, а то откажется. Я тут видео с корпоратива монтирую. Ты там так на Олега не смотришь. Зацепила она тебя, да? Может, и зацепила. У меня же жених есть. Да и она уедет, когда дело с еженедельником доведет до конца. Ты думаешь, у нее получит? Думаю, да. Прошу внимания. Мне очень тяжело об этом говорить. Но наш еженедельник прекращает свою работу. Это что, шутка? Нет. А что случилось? Альянс Престиж Медиа не захотел продлевать соглашение, поэтому нам больше негде продавать наш еженедельник. Ну, а что же нам теперь делать? Я не знаю. А я знаю. Увольняться и на биржу труда за пособием. Мне очень жаль, правда. Я очень хотела, чтобы у нас получилось, но... Извините меня, пожалуйста. Я не могу сейчас... В смысле? Да. Значит, и у нее не получилось. Так все хорошо складывалось. Да, недолго музыка играла. Да. Можешь тебя на пару слов? Сюрприз. Только с самолета. Привет. Привет. Ты какая-то подавленная. Что-то случилось? Да. С еженедельником беда. В общем, его закрывают. Я не справилась. Да ты что? Ну, во всяком случае, ты попыталась? Да не расстраивайся ты. Я так надеялась, что у меня получится, и... Екатерина Олеговна, буду через час. Угу. Артур? А ты чего здесь делаешь? Не твое дело, Мишаня. Вы знакомы? Учились вместе на журфаке. Да, неожиданно. Ну ладно, я пойду. Вот уж не думал, что надо пристроиться. Как мне кажется, ты должна знать, Бобровский – редкая дрянь и бездарь. Да? Нет, ну он, конечно, очень сложный человек, резкий, но талант у него есть. Мы одно время дружили с ним. Университет, пока он не показал свое истинное лицо. В смысле? А что он сделал?
что он сделал? А он использовал дочь декана для окончания журфака с красным дипломом. Алиса училась вместе с ним. Поэтому обо всей этой истории я знаю не понаслышке. Как низко. Я даже никогда не думала. Да. Ну так что, я в аэропорт за билетом, вечерним рейсом домой. Или тебя здесь что-то еще держит? Да нет. Наверное, ты прав. Поезжай в аэропорт с билетами, а я за чемоданом домой. Надо уметь признавать свои ошибки. Я не справилась. Даш, а что случилось? Так, в догонялки играли, упала Екатерина Олеговна. Значит так, называй меня просто тетя Катя, хорошо? А ты почему домой не идешь? Ключи забыла, жду, когда папа с работы вернется. Это не скоро. Знаю, звонила ему уже. А ты сама из школы ходишь? Не рано еще? Ну, если у папы не получается, то с подружками хожу, а не в моем доме лучше. Твою рану нужно обработать, поэтому приглашаю в гости. Ну, даже не знаю. Ты сейчас сама убедишься, что я вовсе не злая. Пойдем. Я тебя здесь одну не оставлю. Пойдем. Ты не голодная? Нет, обедала в школе. Ой! Сейчас я пойду. Ты знаешь, я в этом деле спец. У меня все детство сестренка с разбитыми коленками бегала. Здорово. Жалко, у меня нет сестры. Только папа и бабушка, которую я давным-давно не видела. Это почему? Бабушка меня у папы насовсем забрать хотела. Из-за этого они поссорились. А я очень расстроилась. Ведь я люблю и его, и ее. Только папе не хочу об этом говорить, чтобы он не сердился. Ну, я тогда тоже ему ничего не расскажу. Слушай, а давай заплетем тебе косички на прощание. Много-много. Давайте. А почему на прощание? Я сегодня улетаю. Ой, как жалко. Ну, совсем? Ну, совсем. Поворачивайся. Сделаем из тебя африканскую красавицу. Папа меня не узнает. Точно не узнает. Слушай, а может, тебе стоило все-таки с бабушкой остаться? Ну, ты же не виновата, что у тебя папа такой непутевый. Ну, не повезло. Не повезло. Это еще почему? Глупо сказала, не обращай внимания. Вы же не думаете, что папа у меня плохой? Так, не дергайся. Кирилл, зачем ты пришел? Людмила Валерьяновна, вы отказались продлевать соглашение с еженедельником. Это означает, что он будет закрыт. Это никак не связано с тем, что ты там работаешь. Это обычное бизнес-решение. Вы должны отменить это решение. Нет! И вообще меня удивляет твоя наглость. Как ты мог прийти сюда после того, что случилось? Послушайте, вы объявили мне войну, не я вам. Я хочу видеть внучку. А я вам не запрещаю и никогда не запрещал. Так она меня не хочет видеть. Но вы же сами для этого все сделали. Вы хотели лишить меня родительских прав. Это была ваша идея. Вы думаете, ей это понравилось? Смерть Оли, я была совсем не своя. Ты поговори с ней, я так больше не могу. Я ее очень хочу видеть. Она ведь моя единственная внучка. Как там она? Не болеет? Все хорошо. Я очень скучаю. Не очень одиноко, но давай как-то разберемся, договоримся. Пожалуйста. Продлите соглашение с еженедельником. Игнатьева справится. Для тебя это действительно очень важно? Да. Thank you.
подписала. Как подписала? Да вот так. Ну, Миш, это же... Только о моем участии никому ни слова. Понятно? Конечно. Конечно. Екатерина Олеговна, это Юров. Мы спасены. Как? Нет, все замечательно. Просто она что-то объяснила, я не знаю, сказала. Ладно, все хорошо. Значит так, обзваниваю всех сотрудников. Завтра все встречаемся на рабочем месте. Да. Все, спасибо. Фух. Что-то хорошее? Да не то слово. Так. Держи. А ты чего дверь не закрываешь? Билет я купил, авто ждет. Собирайся. Артур, я никуда не поеду, ты полетишь один. Дело в том, что мне только что позвонили из Альянс Престиж Медиа и каким-то чудом продлили контракт, я не знаю. А как так получилось? Я не понимаю, просто... Ты что, не рад? Михаил, а еженедельник продолжает свою работу, и Юров сейчас всех обзванивает. Да вы что? Да. Рад слышать. Катя, помнишь, что я тебе сказал? Ему нельзя доверять. Даш, привет, ты что тут делаешь? Тебя жду. Здорово, да? А кто тебя заплел? Твоя Екатерина Олеговна меня к себе пригласила. Я ключи от дома забыла и коленку вот разбила. Она мне ее замазала. Потом косички заплетала, конфетами кормила. А потом к ней какой-то дядя Артур пришел, и я ушла. Ну, в общем, я вижу, вы нашли с ней общий язык. Да, вообще-то. Мне кажется, тебе вообще стоит задуматься, нужен ли тебе такой человек в команде. Хорошо, я подумаю. Подумай. Позвони, как приедешь. Угу. Пока. Пока. Береги себя. Она размеренно бежала по аллее. В лучах восходящего солнца ее фигура казалась самим совершенством. Однако не спавший всю ночь детектив смотрел не на нее, а на киллера, из ниоткуда выросшего позади красавицы. Понадобился один короткий рывок, чтобы обездвижить убийцу. Она обернулась, и он заглянул в ее глаза. На кажущейся вечностью миг детектив позволил себе раствориться в них. А впервые в жизни. Впервые в жизни. Ну что, можно загружать. Пап, я уже делала уроки. Можно я мультик себе включу? Малыш, присядь-ка на секундочку. Я хочу с тобой поговорить. Серьезно. По поводу твоей бабушки. Я с ней встречался, и она очень по тебе соскучилась. Так что, если ты не против с ней встретиться... Пап, я согласна. Ведь я тоже соскучилась по ней. Если ты не против. Да как я могу быть против? Она же твоя бабушка. Хоть и вредно, и командовать любит. Помнишь, как она тебя плохим отцом называла? Ну, сейчас она уже так не считает. А сегодня тетя Катя тоже сказала, что мне с отцом не повезло. Это тебе тетя Катя сказала? Угу. Она почему-то думает, что ты плохой. Но я ей сказала, что это неправда. А так она очень-очень хорошая. То есть она хорошая, а я плохой, да? Сейчас, подожди. Пап, я мультики себе включу. Включай. Вот сейчас мы кое с кем будет очень серьезный разговор. Да.
Ирина Олеговна, а кто вам дал право лезть в мою личную жизнь? В смысле? Вы зачем моему ребенку сказали, что ей с отцом не повезло? Ну, я не хотела ей этого говорить, но это же правда. Послушайте, оставьте умозаключения свои при себе, ладно? Я все про вас знаю, мне Артур все рассказал. Вы негодяй и подлец. А, Артур, это очень интересно. Понятно, где собака зарыта. А можем поинтересоваться, а что он еще вам рассказал? Нет, мне очень нравятся такие люди, а? А то, что вы использовали дочь декана для того, чтобы с красным дипломом закончить журфак, а потом бросили ее. Это нормально в вашей изощренной системе жизненных ценностей? Послушайте, это вообще за гранью. Ничего, что Артур ее бросил. И не только ее, но и вместе с их ребенком. Не говорите про Артура плохо, он прекрасный и порядочный человек. Да, слушайте, снимите вы розовые очки уже. Знаете что? Что? Вы уволены из еженедельника нашего. Да, пожалуйста. Завтра ко мне заявление на стол. А вы мне туда... Я не шучу. Слушайте, я не шучу. Ну и все. Не смею вас больше задерживать. Пожалуйста. Да я не собираюсь задерживаться. Безработный неудачник. Столичная пипа! Почему ты за мной бежишь? Вы появились? Нет. Я увольняюсь из еженедельника и буду писать детективы. А с этой даже разговаривать не буду. Беда. Так. Ты что-то нажимала, да? Ну, ты же сам сказал, чтобы я включила себе мультик. Я тут твою кнопочку нажала, появилась полоска. То надпись. Рассылка завершена. Ты сделала рассылку моего нового рассказа. Это очень плохо. Здесь есть и ее контакт. Значит, теперь тетя Катя прочтет твой рассказ? Не прочтет. Она ж не знает, что это я написал. Там не подписано. Да и с другой почты отправлено. Прости, пожалуйста, пап, я не хотела. А ты теперь будешь новую работу искать? Именно. Малыш, нам с этой тетей не по пути. Автор «Странник» опубликовал новое произведение. Посмотри. Она размеренно бежала по аллее в лучах восходящего солнца. Не спавший всю ночь детектив на миг забыл, для чего он здесь. Не было ни дня, чтобы он не думал о ней. Артур, доброе утро. Доброе, Катюш. Не разбудила, проснулся? Я уже в офис добрался без пробок. Ты был прав про Лавровского. Он оказался хамом и подлецом, я его уволила. Мне не нужен такой человек в команде. Молодец, Катюш. Горжусь тобой. Ты всегда делаешь правильные выводы. Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию, Бобровский. Просто замечательно. Ну, Бобровский, ну и типа. Решил со мной поиграть на прощание, а? Я тебе этого никогда не забуду, понял?